Давай я оставлю. Давай, оставь на всякий случай. Буду спрашивать. А дай мне тоже свой телефон. Па, ты отключил его, блин. Я не отключал. Ну вот, я же вижу, заново идет, блин. Нажал куда-то, не туда ты. А? Нажал не туда, куда-то ты. Я вообще не трогал, как ты мне дал, я так держу. Ну вот, смотри, видишь, идет заново отчет. 43 секунды, 44. Ну, не знаю, но я его так держал. Ну я ладно уже, не ладно. Снимала. Так, ты кто свой, я? 8900. Друзья, вот, короче, купил рыбу, карпика. Вот, видите, вот такой карпик. 170 рублей килограмм. А вот тоже рыба, это белый амур, 250 рублей килограмм. Да. Спасибо. Все, пойдем. Ой, что я? А я на выходные уже на машине еду. Да? Да. А клан-то не возит по выходным. Видишь, как хорошо. Ты увидел, а я это... А я купил. Ну. Так а что, рыбу же можно? Это ты уже по сам от себя. Рыбу можно по каким-то дням есть. На вербное и на благовещение. А так нельзя. Так что, ты будешь это, прям весь пост держать? Ну, я не знаю. Я завтра посмотрю, если Аня сорвется, не будет держать. Ну а шашлыки? Давай нормально на следующую неделю уже не держи пост. Покушаем шашлыков. Это, ну, ты же вот смотри, ты неделю вот сейчас подержишь, и потом еще неделю перед этим, перед окончанием поста, и нормально уже. Ну да, на Пасху. Да. Саша будет держать полностью. Да. Вот я не знаю, откуда у него это взялось. И что не спросишь, все знает. Может, ему и правда вот пойти в семинарию? Может, это его? Ну, не знаю. Может быть. Посмотрел свою машину? А, не, я забыл. Ну, на шашлыки, когда приедем, посмотрим. Смотри, блин, прикинь, на такой, с таким прицепом, блин, да? Да, привыкаешь, Гриш. Не, привыкаешь, но все равно всегда надо во внимании быть. Ну, он Толик всю жизнь на этом длинномере своем. Ну, да. Блин, а мне хочется Толика увидеть. Просто вот так, даже подарить ему там, это, ну, какой-нибудь там, ну, хороший алкогольный напиток. Будем так говорить, мягко. Да, там, пачку сигарет купить каких-нибудь там дорогих, там, пообщаться. А у его сына, у Лёшки тоже не сложилось. Да? Да, тоже развод эти. Да, та же хуйня. Да я сейчас как смотрю, сейчас у многих не складывается. У всех. Да, даже, я даже бы так сказал, да, что практически у всех. А он же молодой, все это у него горит, болит. Сильно переживал, да? Да. Ну, а батя ему что говорил? Ну вот, отец его. Ну, то же самое, что ему говорил. Что мы говорим? То же самое... Только ему сейчас это же недоступно. Но все равно, па, время лечит. Как ни крути, время лечит. Это неправда, что некоторые говорят, время не лечит. Все время хорошо лечит. Если вначале кажется, что это вообще как бы мир рухнул, то по прошествии какого-то времени тебе кажется, блин, вот я дурак, блин. Ну тоже, Гриш, смотри, тоже смотря для кого. Некоторые спиваются.
умирает. Ну, мне помогает. Мне помогает. Некоторые с балкона выбрасываются, с крыш падают. Не, ну это понятно. Это, ну, мне, допустим, время помогает. При расставаниях мне время помогает. Кому как везет. Время проходит. И, а тем более, ты сам знаешь, я много раз расставался, да, там. И, слава богу, все как бы нормально. Проходит время, и ты опять становишься как бы... У меня, когда вот этот разрыв произошел, я наоборот себя загрузил побольше работы. Я ездил практически каждый день на съемки. И хотя, как, ну, поначалу болела, естественно, душа. Но постепенно, постепенно. И через 5 месяцев я вообще полностью выздоровел. А так и надо. Вообще. Надо здравый смысл подключать. Да, да, да. И просто у меня как бы уже отношение такое, да, знаешь, что... Навсегда это только вот родственники, дети, родители, а как бы вот жены, да, получается, что это приходящее и уходящее. Да, это чужие люди. Да. Сегодня есть, завтра нет. Если кому-то повезло, значит, он счастливый человек. Ну да. А как правило... У всех уже в 40-летнем возрасте по 2-3 развода. Да, да. А я тебе говорю, даже вот все мое окружение, там и, допустим, и здесь, и в Москве, с мужиками разговариваешь, 2-3 развода, 2-3 развода. Это только официально, это уже не говоря, что еще все такие отношения, и сколько разрывов было, когда просто отношения. Да. А так все. Я, допустим, даже я не знаю, кто живет именно как бы это, у кого сложилось. Вот всех, кого знаю, все в разводах, все в разводах. И 90% это по инициативе баб. Да, 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 да. Да, я бы даже сказал не 90, а 95. 99, наверное. Да. Как ни печально это звучит, но это действительно так. Так Женя у тебя дома сейчас? Да, да, да. Она не захотела ехать? Не, она там работает. Ну, сейчас к тебе сначала же заедем, да? А, да, же заедем. За лимончелло и за вином, да? Я тебе тогда в машине подожду. Ну, не в машине, а возле машины. Какая разница? Вот. Ну, не буду с тобой подниматься. Лень? Нет, ну, а что просто? Я тебя подожду. Неохота. Если бы ты знал, сколько работы я выполняю, как я загружаю в себя работу, ты бы так не говорил. Марина говорила, неохота. Нет, я далеко не Марина. Сказала, что если Филипп женится, она придет, ну, свадьбу тоже здесь делать будет. Курчатове? Да. А-а-а. То вот Лиза, ну, свадьбу она же делала. Ну, я же был у них на свадьбе. А, да, ты же был. А я на работе как раз был. Ученики, но это не хочу менять. Это обижает справа. Так что вот, а качелпа, она у тебя иногда дергается, эта машина. Свечи надо поменять еще. Свечи, да? Да. Ты не менял свечи, да? Нет. Во-первых, они дорогие, и это... Надо именно ехать, где это... Ну, нету, как раньше, они были везде. Ну, понятно. Ну, так вообще тебе вот Renault Logan нравится? Ну, если вот брать вот такого простого класса машину. Ну, рядового такого класса они хорошие. Хорошие, да? Да. Такие вот именно, как говорится, рабочая лошадка, да? Да. Да и так, что, просторная, высокая. И по скорости нормально, да? По скорости нормально. Так может тебя отвезти тогда? Нет, так ты это, ты мне вынеси, а я это, потом пешком дойду. Пешком пойдешь? Ну конечно. Это могу я отвезти. Да зачем? Так, ладно, друзья, всем до скорых встреч, увидимся. Па, скажи всем до свидания.
До свидания.